Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни 30 января в одной из больниц Санкт-Петербурга. Мережко провел в медицинском учреждении 3 недели, а потом у него отнялась нога. Но при жизни он не успел завершить одно серьезное дело, о чем стало известно на похоронах. Виктор Иванович мечтал установить мемориальную доску на доме, где жил Георгий Юматов, рассказала подруга Мережко. Но, к сожалению, не успел, и наш долг довести до конца эту работу. Ведь сам Мережко считал это своим огромным долгом. Георгий Юматов – советский российский киноактер, участник Великой Отечественной войны. Ушел из жизни 6 октября 1997 года. Установка таблички должна была состояться еще весной 2020 года, к юбилею Победы. Но все обернулось страшным скандалом. Когда доска была готова, чиновники запретили ее установку.